В Сургуте начинается активная фаза подготовки бюджета на следующий год. На этот раз он вновь вернется к трехлетнему циклу. В 2015-м он верстался из расчета на один год. Впервые за долгие годы администрации пришлось брать кредит на покрытие дефицита. Заем составил без малого 700 миллионов рублей. При этом не стали продавать акции различных предприятий, находящихся на балансе города. Их реализация на сумму почти 400 миллионов планируется на следующий год. Бюджет будет трехлетний на 17-й плановый период 18-19 годов. Параметры, ну, как мы всегда говорим, на наш взгляд, достаточно напряженные. Конечно, позволят обеспечить там все текущие затраты, но вот инвестиционная составляющая такая будет чуть несколько, наверное, более напряженная, чем, может быть, даже в этом году. Впрочем, пессимизм пока временный. Абсолютно точно не будет резкого колебания статьи доходов, которые формируются от налогов на доходы физических лиц. Более того, рост этого показателя составит около 5%. Увеличиваются и поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства. Все обязательства город в следующем году абсолютно точно выполнит.